Ну что ж, дружочки-пирожочки, добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends. И сегодня у нас новюсенький герой. И, ребят, это Вексна. Сразу бы хотелось бы сказать слова благодарности Алине Беспалько за то, что она предоставила этот аккаунт, и на котором было много-много денег. И давайте вот так вот со старту. Я думаю, многие видели геймплей героя, но это немножко не то. Нужна полноценная каточка. И давайте вот тут невысокий у нее ранг, но это мастер четвертый. Поэтому сейчас давайте быстренько попробуем взять эту героиню и попробовать что-нибудь сделать красивое. Мне кажется, герой очень крутой. То, что я видел по ее способностям, меня реально это вот прям зацепило. И я прям хочу поиграть на этом герое. И очень-очень мне уж интересно, что это будет на самом деле. Ну, как быстро все подтвердили, как боты. Успеваю взять Векс, но соревнований 0, часа побед 0. И что нам взять? Даже не знаю. Давайте возьмем возмездие, может быть, нам придется пофармить лесных крипов и... Да, вообще без разницы, мне, конечно, нравится реликвия это, поэтому давайте лучше вот этот набор возьмем, второй. Надеюсь, он зайдет получше. И, естественно, магический, да, магический эмблем, здесь 14 уровень только. Рад бы я сходить на мид на этом герое. По способностям пассивная, мы заражаем всех... существ, которых стреляем, наносим проклятие, если они погибают, наносят вокруг себя урон. Первая способность, мы якобы, если попадаем по врагу, то он начинает направляться в сторону нас одну секунду. То есть это как стан, даже круче. Если мы кого-то догоняем, то просто начинает бежать к нам автоматически. Третья способность, я так полагаю, как... Ох, какая красивая, какой красивый экран загрузки. Вообще не играл в обновленную версию. Ребят, говорил вам, что у меня диплом, да, и не получается у меня сейчас записать гайды, но обзорчики буду пилить, буду стараться. На лапу-лапу я почти готов записать гайд, если это кому-то интересно. Но, ребят, диплом, диплом. А еще и севший голос в придачу после... Ну, вы знаете, чего? Финала Лиги Чемпионов, да. Такие вот делишки. Красивая загрузка. Согласна, согласна я. Ну что мы делаем? Было бы неплохо пойти мид. Не знаю, насколько это получится. Давайте реген маны купим. Фрея рвется туда. Ну окей, окей, рвется так рвется. Изменили тут чатик и немножко удары, да, я вижу из способностей. Не знаю, это только у этого героя или нет. Я бы пошел фармить крипов, но видим, Юнжао отрицает. Нет у него желания. Ну и давайте попробуем сразу первую способность. Ничего не видел. Да, красиво все стало намного. Не поиграл я вот... денечек какой-то, и тут уже вот такие вот изменения. Очень отлично, что получилось мне взять аккаунт, и герои так красиво отображаются. Давайте вот так вот. Да, по всем попадает. Да, и попало только что в Лейлу, видели. Начало направляться уже ко мне. Достаточно много маны это затратило. Все, надо разворачиваться и идти уничтожать там крипов. И вот у нас ФБ. Я не знаю, почему Юнжао стоит до сих пор там. Господи, давайте хотя бы попробуем одного крипа убить этого. Так, по территории, да, наносим урон. Ну, не сразу, но большой очень урон, да. И нам нужен, скорее всего, второй такой вот медальончик. Давайте его добавим в рекомендуемые. Почему-то там локализация сейчас не очень. И имею я уже полтретьего левела, в то время как мой Юнжао еще даже... Ой, перекинул, он ее надо наперед закинуть. Ох, и убийство я делаю такое вот. Жалко не ФБ, а то на героя только начал играть и ФБ. Ой, красота, пока что мне все нравится. Ультимейт, ребят. Герой, которого мы убиваем с помощью ультимейта, вообще крипов должно быть легко фармить благодаря пассивке. Надо попробовать, интересно, от способности это работает или нет. Вот он, да, он взрывается. Ой, это шик, это на миду стоять, это просто... Была бы сейчас, если бы мозгу не пофиксили, я не знаю, как там на самом деле сейчас обстоят дела. У него были бы большие проблемы с этим героем на самом деле. Давайте сразу же возмездие, потому что потом наши способности и урон наносят больше урона, а потом уже... способность первую, вторую. Ох, как быстренько мы его сейчас разматываем. Немножко не успею я, наверное, сейчас там Юнжао убьет, но для нас важнее получить уже этот баф.
Ой, хорош урон, какой хороший урон-то. Прокачиваем ультимейт. Не знаю, что там, Юнжао убивает, Лейлу нет. Жалко, нету вспышки. Я бы очень рад был бы ее дать сейчас. Ладно, не будем пока что мы... Здесь я промахиваюсь, да. Ну-ка сюда. Не попал, не попал, так бы... Так, Карина делает убийство. Давайте кинем ультимейт и... Вот она, моя подруга уже. Там должен постоянно наноситься урон. Ребят, это было нечестно немножко. Нет, я ее все же убил, вот она появляется, да. Ну и посмотрим, что сейчас будет. Да, делаю я убийство с помощью той же Карины, но погибаю. И 3-1-0 счет, и, ребят, я очень доволен, да. Давайте сапфир соберем. Нет, давайте лучше книгу соберем, чтобы у нас с маной точно проблем не было. Остается 350 буквально голды. Сейчас мы уже как подбежим сюда. Блин, это круто. Карина все же погибла, да, надо больше урона, чтобы было магического. И она убегала, по ней наносился урон. Знаете, в такой момент даже нельзя включить реген. Это как с тем же Лисустином, когда на тебе висит его ультимейт или его вот этого кровотечения, которое он постоянно вешает. Не побегу я уже туда, давайте лучше заберу этого крипа. Ой, как хорошо-то, как хорошо она наносит по урону. Да, не просто попасть второй способности, поэтому я стараюсь максить первую, с этой способностью все проще. Можно, блин, вспышки не хватает мне, реально не хватает вспышки. Да, должна появиться Лейла и должна вообще-то стрелять по Юнжао. Не хватает опять мне чуть-чуть урона, да, тут регенерацию прожимай, не прожимай. Много урона, очень много урона Карина наносит, но, надеюсь, у нас с ней не будет проблемы. Каким-нибудь ультимейтом мы будем ее забирать. Жалко, ультимейт полетел в Лейлу. И Лейла наша, которая была, так сказать, иллюзией, ничего не смогла сделать. Давайте сапог на проникновение соберем сейчас. Быстрее добежать. И не хватает реально вспышечки чуть-чуть этому герою сейчас. Давайте посмотрим, что по золоту. Мы на первом месте, да, и имеем преимущество даже над игроками чужой команды. И нужно продолжать в том же духе. И все будет отлично. Герой шикарнейший просто. Даже играя первый раз, просто ощущается мощь, реально ощущается серьезная мощь. Хотелось бы сейчас второму апнуть возмездие этот спел, потому что он пока долетит. Да, как раз получится все. Да, с руки мы не сильно бьем, но там пассивка решать будет на лайне именно. Именно пассивная наша способность. Все, забираем мы... Крипа нашего, бафаемся. Прожму регенерацию лучше как-то пока что я. Да, рано кидаю ультимейт. Не надо так рано его забрасывать. Нужно стараться. Мало атаки у меня, да, но способности очень серьезные. Да, и взрываются они очень знатно все тут. Пассивки, да, и сейчас опять может зайти Карина, и будет все очень плохо, поэтому нужно быть уже немножко бдительнее и аккуратней. Нужно сделать больше урон, нужно получить 8 уровень. Чуть-чуть не хватает мне до 8 уровня, но я думаю, сейчас мы справимся с этим. Счет 7-3, и все достаточно хорошо. Блин, герой так прорисован, картинка такая красивая. Реально все супер, мне очень все нравится. Возможно, надо что-то на щит собирать. Да, сложно уходить без вспышки. Давайте прожмем регенерацию. Да, появится Карина. Не уйдет она отсюда уже, я уверен. Это... Хотя, смотрите, убегает, но там пассивочка моя. Давай, добивай ее. Да, добивает. Смотрите, опять же, убиваю я Карину. Прилетает ее... Второй раз так уже получается, у меня прилетает ее иллюзия. Ох, ну здесь Эйдора, да, здесь боль. И вот смотрите, как долго все же Карина со мной бегает. Там вроде как 14 секунд я читал, но кажется, что намного больше. Давайте сейчас получим 9-й левел здесь. Способность отмены немножко, ну не способность, функция отмены способности стала немножко по-другому выглядеть. Давайте попробуем сейчас забрать еще одного крипа и слетать, наверное, все же домой. Ох, как много все же урона. 1000 урона на 9 левеле, наносит вторая способность. И с голубым бафом довольно-таки быстро перезаряжается. Ой, я не знаю, уже лететь мне домой или нет. Интересно, нельзя ультимейт на...
существ лесных. Хотелось просто это проверить, посмотреть, как это работает. Да, заберу сейчас баф и полечу домой. Посмотрите, там команда противников немножко пытается отыгрываться. Так-то. И тут крипы на лайне. Нет, их нет уже. Нет, вот они появляются. И стоит, наверное, сейчас же их еще зафармить. Ой, могу я сейчас обжечься этим всем, но надеюсь, что все пройдет хорошо, да. И летим домой. Почти 10 уровень. Что по голде у нас? Чуть-чуть мы отстаем сейчас от Фрей, но Фрей там настреляла киллов. Хорошо, что мы опережаем... Достаточно круто опережаем именно наших противников с другой команды. И нужно уже вырваться и попробовать сделать что-нибудь с командой. Давайте еще раз прокачаем первый спелл. Но здесь никого нету из наших. И сейчас вообще будет здесь опасно находиться. Предложить собраться пацанам. Тигрил возвращается с базы. Да, сделал ТП, отхилился. И летит назад. Да, здесь Эйдора у нас. Не попадаю по ней способностью. Было бы неплохо. Да, там Фрею нашу зажали и убивают ее там. Не знаю, честно, даже пофиксили ли мозгу или нет. Ой, там много героев туда в соло отправляться очень страшно сейчас. Но здесь подходит наш Юнжао. Ну, я не знаю, стоит ли вообще сюда выходить просто-напросто. Закинул я в нее опять ультимейт, да. Ну, видно, сейчас там у нее много здоровья, да. И... Нет, убиваю я мозгу все же каким-то образом. Опять же, очень круто это все, я не могу, это не герой, это что-то странное очень. И мозгу тут за меня бегает и жестко настреливает по урону. Давай, мозгу, настреливай, настреливай. Да, делаю опять убийство, но меня убивают все же, но я думаю, довольно-таки это все неплохо. Ох, что мы собрали, сапфир, да, ну и давайте дальше, что будет предлагать, наверное, все же книжку лучше. Ну и да, они выровнялись по счету, и намечается сложная игра, не будет здесь легко, да, довольно-таки сложно попадать способностями, согласен, они все направляемые только ультимейт, так чтобы просто попасть. Вторая способность, у нее маленькая зона и долгое время, но при этом она наносит очень большой урон, посмотрите, 810 плюс 512, это у меня 5000 только выформлено по голде. Да, но опережаю я их Лейлу еще. И очень неплохо вот убить ту же Лейлу, чтобы она посражалась за меня. Вы представляете, 16 секунд она за меня, и 80% характеристики этого героя, они сохраняются. То есть урон у нее будет большущий. Инжау, убегай. Аккуратненько там. Хочется тут зафармить крипов все же этих. Да, мозгу тут обходит, он идет куда-то сюда, нужно его тут вылавливать. Я не знаю, сколько у него там здоровья. Да, зря я кинул ультимейт сразу же. Да, и забираю его благодаря, опять же, ультимейту, и он стоит уже фармит крипов, но... Нет, надо отозвать, можно было бы подозвать с собой бы мозгу это, вот он постоянно на развороте куда-то собирается убежать. Ну что, почти 12 левел, сейчас по третьему левелу мой ультимейт, да, и он наносит сейчас 10 секунд, он наносит по 100 урона там, даже больше, это правда, это, но это же незаконно. Ой, крипа только не бить крипа. Сейчас он должен развернуться, нет, он не разворачивается, да, двойное убийство там делает Лейла. Мы никого не смогли здесь забрать. И это достаточно хреново на самом-то деле. Давайте попробуем отрегениться и стоять здесь все же. Давай ее, догоняй, догоняй, догоняй. Прыгай, прыгай, прыгай. Блин, господи, не туда полетела немножко способность. Да, мы ее все же прикончили здесь. И давайте купим слезы дьявола. Новые предметы, новые названия, да. Но все то же самое остается по характеристикам у этих предметов. Играю я 8-3 в этой сложной игре, делаю половину убийств своей команды. Да, и я не знаю, наверное, стоит мне все же отойти, мало у меня здоровья, не знаю. Не любитель я ходить домой, все вы это знаете прекрасно. И понимаете, будем пытаться фармиться здесь. Лорда там, наверное, забрала... Фрей, я так не понял до конца сейчас это. Блин, господи. Опять же в крипа полетел мой этот спелл. Хотелось бы туда зарядить способность, чтобы попасть по кому-нибудь уже.
Да, и сейчас он начинает двигаться. Видите, ко мне он даже не может убегать отсюда. И это очень круто. Догоняй, Фреечка. Давай, 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 давай. Все, не сможет она отсюда убежать. Все, начинает двигаться мне навстречу. Но она не собирается убегать. Ох, обратите внимание, что она делает. Прожимает ярость там. Да, и последний выстрел я забегал в кусты, но... Да достала она меня все же. Да, и выравнивает со мной Лейла по голде. Куда-то пропали, куда-то пропала Фрей. Она погибла, побежала дальше за Москву. И Москву, наверное, ее все же запинал. Запинал, запинал. Красиво делают игру, реально красиво. Качественный становится. И смотрите, даже лагов нету. Я играю на своем Wi-Fi, который у меня Wi-Fi вообще убогий. Я стараюсь даже играть на мобильном интернете. Но достаточно все круто выглядит. Смотрите, мы начинаем проигрывать по счету. Жаль, что у меня такой счет, и мы проигрываем по общему показателю. 13-й левел я имею. Смотрю, у Карины просто 13-й левел. Да, у меня даже больше 13-й левел, чем у Карины. Но все же сложная здесь битва будет. Блин, не хотелось бы проигрывать первую катку на герои. Пойду заберу, да, голубой баф. Много урона наносит вторая способность, это вообще никак не обсуждается. Прям очень много, да, давайте еще плюс магическую силу, и она у нас уже наносит 1600 урона. Не каждый ультимейт, не у каждого героя наносит столько урона. Что у нас там, Эйдора, да? Да, забираю я здесь чуть ли не в соло этого Юнжа, просто своими прокастами попало по нему все, что должно было попасть. Делаю очередной килл. Да, и много урона наносит сейчас Лейла. Ох, ну попал тут я прокастиком по девчонке-то по этой. Ну что там, залетело? Да, убил я Лейлу все же. Я порешал ее и... Ну пока что непонятно, где команда, по сути, всегда. И в этом основная трагедия. Нужно нам как-то собраться. Да, снесут они здесь вышку по-любому. Да, Фрей опять куда-то прыгнула во всю команду и погибла. Это зря она делает. Сейчас тут остается Мия зачем-то. Да, делает она один килл, но... Да, здесь ее все же убивают. И сейчас опять придется дефаться в соло. Но видно, они оттуда собираются отойти. Да, там остается Юнджао. Да, надо иметь уже 15-й левел. Да, Карина набрала все же 15-й левел, потому что наши два героя так шикарным образом просто побежали не туда, куда следовало бы. О, мороз, довольно-таки неплохой предмет, я думаю, для этого героя. Ой, как много денег зарабатываешь на этом герое, да. Да, не попадаю тут способностью. Давайте на здоровье купим, наконец-таки, там какой-то предмет. Потому что проседаем мы часто довольно-таки по здоровью именно. Ладно, имею я 15-й левел, и нужно что-то тут делать уже. Шикарно. Я даже не знаю, с кем ходить. С Фрей это самоубийца какой-то. Ну, давайте вот подойдем под лорда. Что, лорд будет на меня пытаться бежать? Ой, попадаю я под стан, да. Давайте дадим возмездие, чтобы больше урона там залетало. Убежал на этот раз я от способности, от его. Да, убиваем мы все же тут лорда, и это довольно-таки круто. Лорд то ли появляться стал чаще, то ли я просто так это замечать стал. Да, сейчас появится по-любому со мной кто-то герой. Вот это Москву, даблкил делаю. Ну и отлично, отлично. Давай Москву настреливай. Ты там фармишься, да, фармишься. Правда, 7 раз умер. Но фармишься. Лорд шел по миду и там... Мия решила с ним умереть. Почему-то там стоит сейчас Юнджа, ожидает крипов, которые стоят непонятно где это. Да, на миду Лейла. Мия все же забрала тавер, и это очень круто. Мы там отвлекли ребята, а она сделала свое дело, так сказать. Купил я этот предмет. Ой-ой-ой-ой, какие там замесы идут. Так, развернись. Не достаю я до нее сейчас этой способностью. И сейчас как залетит ей, так залетит. Да, залетела хорошенечко. И все, это ГГ, ребят, наверное, мы тут сейчас снесем.
Закончил я с 17 ассистами в пользу своей команды. Я не думаю, что там успеет кто-то появиться. А если успеет, то будет плохо очень этому герою. Что я там сделал? Мега-килл, да, сделал еще одно убийство. Дабл-килл еще делаю под конец. Ну, блин, здесь Лейла, да. Наверное, рано я начал праздновать свою победу эту. По мне она там настреливает. Давайте, стоит отойти. Ну, тут две линии слито. На низу почти линию забрали. И посмотрите, все предметы я собрал уже. Не знаю, сейчас схожу, заберу голубой баф и полечу домой. Герой обалденный. Я не знаю, я уверен, что он будет в каждой катке. Это победа. Я не знаю, сдались ребята или их там все же снесли, потому что тут стоит Лейла на страже порядка. Но, возможно, она не отбилась от этих крипов. Мое мнение об этом герое, он крутой. Если есть 32 тысячи, без сомнений, покупайте. Те, кто привык играть на... Только ДД кэрри, там, на мозгу, блин, я думаю, ребят, будет шикарная замена. MVP. Седьмой раз на аккаунте получается MVP. Ну, это, наверное, получается именно в квалификациях. Да, и надеюсь, коэффициент сейчас такой мощненький какой-нибудь, вкусный. 9,8, почти 10 коэффициент, да, и давайте посмотрим, что по урону там. 32% урона, это вот когда Фрея, которая там наделывала киллов по началу игры. Блин, это первая игра, ребят, вот, чтобы не было у вас сомнений. Заходим сюда, вот где это прошлые результаты, это первая игра реально, тут вот Алина играла на Рафаэль, и первая игра, вот смотрите, видно в какой-то ранг перешел, звездочки, прикольно, 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 очень интересно. Давайте, получи лучшего героя 5 героями, и все на этом, да, больше ничего, золотой сундук можно открыть, так вот, на память. Ладно, ребят, всем спасибо! Спасибо за просмотр, кто смотрит, досмотрел до конца, ставьте там плюсики, галочки, говорите, что я досмотрел до конца, буду вам очень признателен, буду вам лайкосы ставить, может кому-то комменты даже буду писать. Ребят, всем спасибо, до новых встреч и до новых встреч еще раз, пока!